Ответы экспертов, вот тех, которые Ястребов и Баранов, естественно, не удовлетворили, поскольку они были совершенно неполными, вот, и никакой конкретики не прозвучало. То есть то, что хотел я именно услышать, то, что я у них спрашивал, они на это не ответили. А экспертиза Железова, которая проводила экспертизу, которая как раз установила легкий вред здоровью, то есть у нее все обосновано, она четко ответила на все поставленные вопросы, и никаких сомнений в обоснованности именно ее заключения эксперт у нас нету. Представитель Пивоварова, он пытается увести вопрос за рамки разбирательства. И он трактует то, что сегодня эксперты, которые задавались вопросы, он их как бы подталкивал на то, что они должны именно были дать оценку поставленному диагнозу, то есть повторной экспертизы. Хотя там такой вопрос не ставился. И эксперты должны были ответить именно на поставленный вопрос, есть ли причинение вреда здоровью и нет ли причинения вреда здоровью. Представитель старался за эти рамки вывести эксперта и задавал им наводящие вопросы. И эксперты себя чувствовали достаточно неуверенно. И то есть было видно, что они с натягиванием этого вопроса вытягивали нужную тему для того, чтобы был оправдательный приговор.